Бюджет Новосибирской области по итогам года недополучит 14 миллиардов рублей. Это связано со снижением налоговых поступлений из-за пандемии коронавируса. Мы не можем сегодня похвастаться тем, что будет обеспечено исполнение консолидированного бюджета Новосибирской области. Вот, наша оценка это приблизительно там, ну, чуть более там, 145 миллиардов рублей, при том, что на сегодняшний день пока кассовый план составляет около 159 миллиардов рублей. Ну, соответственно, потери в размере приблизительно 14-13 миллиардов рублей. Представители налоговой службы не исключили, что недополученные средства могут компенсировать через пересмотр расходов за счет займов или поступлений из федерального бюджета. За 9 месяцев налоговые органы перечислили в консолидированный бюджет России 140 миллиардов рублей. Это на 1 миллиард больше, чем в прошлом году. В бюджет региона чуть более 100 миллиардов рублей, что меньше почти на 2%. В целом объем поступлений в бюджет Новосибирска увеличился на 2% и составил около 20 миллиардов рублей. Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.